Здравствуйте, как всегда в это время по вторникам в эфире телерадиокомпании «Щелково», программа «Диалог», и я ее ведущий Сергей Дадыко. Напоминаю нашим зрителям, что программа идет в прямом эфире. Вы можете звонить по телефонам в нашу студию и задавать вопросы моей сегодняшней гости, заместителю руководителя администрации Щелковского муниципального района Натальи Черной. Заместителю по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Я напоминаю сразу номера телефонов. 496 – это код города, 567-1440 и 567-1450. Звоните и задавайте свои вопросы. Ну, а мой первый вопрос будет такой, Наталья Викторовна, такой вопрос, можно сказать, по горячим следам. Буквально в середине прошлой недели состоялась выездная пресс-конференция руководителя Госадмтехнадзора Московской области Татьяны Витушевой, которая подвела итоги своей работы своих инспекторов. И тема пресс-конференции называлась «Свет, теплотрасса, дворы». Вот такая триада. Естественно, все это связано с жилищно-коммунальным хозяйством. Я предлагаю сейчас посмотреть короткий видеосюжет на эту тему, а потом я попрошу вас его прокомментировать. Актуальные на сегодня спецоперации так и называются – свет, теплотрасса, дворы. Проблема освещенности на первом месте, потому что лидирует по количеству обращений и в Госадмтехнадзор, и на областной ресурс «Добродел». Свои рейды в темное время суток сами инспектора называют «ночной дозор». Начались они в сентябре и продлятся до весны. В Щелковском районе и подконтрольных 9-му отделу Госадмтехнадзора городах Фрязино и Лосино-Петровский 3500 объектов освещения. Выявлено 30 нарушений и наложено штрафов на 300 тысяч рублей. Что касается объектов теплоснабжения, то, по словам Татьяны Витушевой, в Щелковском районе проблемы специфические. Наиболее Щелковский район. 71 подобный объект. Выявлено 29 нарушений, проблемные места. Наземные участки линии теплосети, проходящие тоже по закрытым территориям, и они, к сожалению, могут нами проверяться только в рамках плановых проверок. Или, если не планово, то согласование с прокуратурой. Не каждый раз зайдешь, иногда ситуация экстремальная. Наиболее характерные нарушения умеющихся теплотрасс – это летом был абсолютно повсюду несвоевременный покос травы и уборка полосы отвода на участках наземных линий теплосети. По распоряжению губернатора в этом году должны быть комплексно благоустроены не менее 10% дворов. А в результате Подмосковье оказалось впереди России всей. 1829 дворов обновились. В частности, Татьяна Витушева отметила хорошее содержание дворов в поселке Трубино Щелковского района. А в целом проблемы везде схожие. Щелковский район. 1067 дворовых территорий. Чаще всего здесь инспектора выявляют парковку на газонах, наличие сухостоя, также отсутствие освещения на детских площадках. В целом, по итогам пресс-конференции руководителя Госадмтехнадзора, Щелковский район оказался в середняках, не попав ни в лидеры, ни в аутсайдеры. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Наталья Викторовна, как прокомментируете ситуацию, о которой говорила Татьяна Витушева? Ну, Госадмтехнадзор постоянно проверяет состояние не только дворовых территорий, да, и вот того же освещения, и прилегающих территорий к предприятиям. Вот. Тут большая помощь, конечно, и нам, и жителям, в первую очередь для жителей это все делается. То, что мы в середняках, ну, не знаю, ну, тут ни хорошо, ни плохо, есть куда стремиться. По благоустройству дорог территорий в этом году задача губернатора была 10% от общего количества территорий дворовых должны быть комплексно благоустроены. Комплексное благоустройство – это значит, у нас детская площадка с игровыми элементами, это освещение, ограждение, мусорный контейнер, информационный стенд. Вот это то, что должно быть комплексно на благоустроенном. И мы благоустроили 12% в этом году. Мы хотели больше, но, к сожалению, у нас немножко не получилось. А в абсолютном измерении сколько примерно дворов? Это у нас 45 дворовых территорий было сделано комплексно. Плюс еще было по желаниям депутатов дополнительно были выполнены работы по благоустройству. Но здесь мы не можем назвать их комплексно, вот именно как требует губернатор, потому что не всегда там присутствует, допустим, контейнерная площадка, да, вот, не всегда там есть парковки, то есть мы как выходили из пожеланий жителей, можно было сделать поменьше и ну, более качественно, может быть, ну, пожелание вот такое было депутатов и жителей, потому что депутаты выражали, конечно, волю жителей, сделать там, где совсем негде детям гулять, чтобы уже какие-то были условия. Но если мы будем двигаться так же, как двигаемся, то есть вот старые детские площадки убирать, переукомплектовывать, может быть, объединять, также на несколько дворов большие площадки делать. Потому что
Тут дело в том, что не только нужно сделать благоустройство, нужно понимать, что это нужно содержать потом, что это нельзя бросить, а это будет в казне, потому что это делается за бюджетные деньги, и поэтому это дополнительное средство нужно на содержание выделять. То есть все, что вот, как бы, кажется, вот хорошо сделали, и все. На самом деле это тоже дополнительные деньги. Вот, поэтому это надо понимать. Ну вот Адмиртехнадзор отметил, по освещению плохая ситуация по освещению, на самом деле очень много неосвещенных и дворов, и дорожек таких, которые, кажется, ну, не обязательно освещать, но люди-то ходят, да, и все равно мы сделали программу на 3 года по освещению, и все равно туда еще даже все не вошло. Вот мы на следующий год сделаем и будем дальше продолжать вот эту же работу для того, чтобы уже более комфортно жилось и более безопасно. Ну, по крайней мере, насколько я знаю, что вот те нарекания, которые были у Госадмтехнадзора, уже они исправлены. То есть вот где фонари не светили, теперь да, не светит. Да, если они перегорели, тогда, конечно. А если их вообще нет, вот я об этом говорю, что перегорели, это как раз быстро поменять, там наказали, не наказали, ну, может быть, там где-то с опозданием. Вот, и учитывая, что вандализм тоже присутствует до сих пор, а вот там, где совсем нет, где нужно строить линии освещения, вот большая проблема. Ну, у нас есть уже первый звонок, давайте послушаем нашего зрителя. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Наталья Викторовна, во-первых, хочу выразить благодарность. Это жители пролетарки Семя обращались к вам в этом году, в начале, и вы нам сделали такой лестничный сход в арочке, если помните, между да. пролетаркой Семя и Семь. Да. Причем это было сделано все на следующий день, поэтому выражаем благодарность. Хотим обратиться вновь к вам за помощью, потому что бьемся с нашей управляющей компанией «Регионстрой», и они нам толком внятно не могут ничего объяснить. Значит, у нас новый дом, в принципе, стоит, ИТП. Мы всегда платили за тепло, когда потребляли. У нас в наших, значит, платежечках мы видели расчет объема по ИТП. Где-то больше, где-то меньше, и у нас четко мы платили только в месяце, когда тепло было. В этом году управляющая компания, не собрав собрание жителей, да, соответственно, решила почему-то, что мы будем платить 12 месяцев одинаково за отопление. Выставила нам объем по ДПО определенный. С вопросом, почему они это сделали, на каком основании, почему не было собрания и так далее. В общем, внятного ответа нет. Было собрание жильцов, все, конечно, против. Вопрос просто задали один. Тогда объясните, для чего нужно ИТП в нашем доме. Ну вот если мы все равно по нормативу платим. Ответа мы не услышали. Мы очень просим вас, возьмите, пожалуйста, на контроль. Посмотрите, что они там намудрили нам в 2015 году, потому что понятно, что хотят взять денег с людей, да, как-то эти деньги прокрутить, но а потом будет перерасчет, и я сомневаюсь, что нам пересчитают правильно. Очень просим взять на контроль, если что, могу оставить телефончик для связи наших старших по подъезду. И еще такой момент, в августе у нас площадь помещений нашего дома была 15 тысяч метров, а почему-то с сентября у нас она 15 тысяч 2 метра квадратная. Вот тоже вопрос, куда эти 2 метра у нас прибавились, и мы все-таки за них тоже, получается, платим. Это первое. И еще, подскажите, пожалуйста, может быть, вы как-то прокомментируете, все-таки вот на 30% мы стали платить за тепло больше, да, по сравнению с то, что мы платили до июня. Вообще, почему вот Щелковский район, скажем так, достаточно платит высокие тарифы? Вот у нас сравнивали мы Пушкина, Люберцы, Королев. У них все-таки тарифы на тепло намного ниже, не как у нас с вами в Щелково. Может быть, вы как-то прокомментируете, вот почему у нас 2500, а Королев 1800 платит. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Значит, обязательно оставьте помощникам свои телефоны, с кем можно связаться для обратной связи. Потому что нужно будет, чтобы ваши представители, ваши жители принесли квитанции на оплату, чтобы можно было разобраться. Значит, я поясняю, что если у вас в доме ИТП, ну, собственно, ИТП не за тем, чтобы платить там 5-7 или 1/12 ИТП, это просто технологическое оборудование, которое напрямую у вас идет горячая вода и разбавляется в ИТП, на отопление, на горячую воду. Без ЦТП от котельной напрямую ваш дом подключен, вот для чего у вас ИТП. А ЦТП это когда на несколько домов разбавляется, ну вот так. Но если у вас стоят приборы учета, то действительно вы должны платить по фактическому потреблению. И разбивать на норматив вам смысла никакого нет. Я что-то тут даже не знаю. Вообще принимает решение о том, как платить 5, 7 или 1, 12, принимает Министерство ЖКХ. Но никак не администрация или управляющая компания. Поэтому здесь я обязательно разберусь с вашей управляющей компании. Вот. Это, значит, вот по первому вопросу. И как они перерасчет вам собираются делать, тоже не знаю. Тут будем разбираться. Поэтому телефоны ваши нужны. Значит, по тарифам. Тариф как бы не существует для поселения или для района. Тариф оформляет и утверждает комитет по тарифам и ценам Московской области. Ресурсоснабжающая организация представляет расчет полностью на свои затраты, на свои котельные. Может быть, вот то, что вы говорите, тариф в соседнем вот где-то муниципальном образовании именно по какому-то ресурснику, хотя их много, всегда несколько. Не могу сказать, может быть, там новое оборудование, почему у них дешевый тариф. Не могу сказать, потому что тариф наш, вот Щелковского района средний по Московской области, тоже мы смотрели статистику, не больше, не меньше. Очень низкий тариф у Министерства обороны был, у Славянки, вот РЭО, Северно-Южный. У них очень низкий тариф, необоснованный, и поэтому они все в банкротстве. Потому что если людям нечем заплатить за газ, да, если они не собирают этих денег или нечем заплатить зарплату рабочих, естественно, они не могут существовать без дотации. У нас все предприятия коммерческие, конечно, все работают, как и вы, наверное, все работают, чтобы была какая-то прибыль, большая, небольшая. Не так хорошо складывается у нас по ресурсам, конечно, как хотелось бы. Долги за газ, знаете, сами большие. У нас не было просто отключений, таких, как были в других районах. Так что тарифы у нас все обоснованные, и комитет утверждает их. Мы тут даже ни в коей мере проверяем. Но, во всяком случае, превышение какого-то большого мы не допускаем, чтобы это произошло. Почему у вас, вы говорите, на 30%? Это может быть вот за счет того, что вам сделали 1/12. Но я вам обещаю, что я разберусь по тарифам. Ну, в продолжении темы хотелось бы спросить. Вот уже практически полгода во многих домах нашего города и района тоже жильцы получают, как они называются, двойные платежные квитанции на оплату услуг ЖКХ. Объясняли, что это связано с тем, что старые компании еще не ушли, управляющие компании, после того, как новые пришли на рынок. Соответственно, и те, и другие присылают платежки. Что делать в такой ситуации? Ну и вопрос, конечно, когда это закончится? Ну, здесь вопрос, конечно, больше правоохранительным органам. Да? Мы постоянно пишем заявление о том, что двойные платежи. Если приходят две платежки, но одна компания точно выпускает необоснованно платежный документ. После 30 апреля, когда было уже лицензированная компания, не все управляющие компании получили лицензию и считали, что они имеют право управлять без лицензии. Вот, домами. И, конечно, потерять бизнес, да, по-человечески это понятно. А где у них был бизнес? Только вот средства населения. И три крупные компании, вот я даже не буду сейчас по мелочи, да, ЕДС Щелково, компания «Уют» и компания «Жилкомсервис управления». Вот эти самые большие компании, которые по состоянию на 1 мая лицензию не получили. ЕДС Щелково получил лицензию в конце мая, по-моему, там какой-то 27-го, в конце мая, и выпускала платежные документы довольно долго. На сегодняшний день достигнута договоренность, не только что договоренность, все в правовом поле. На 60 домов сдали документы ЕДС и приступила к управлению с 1 ноября. А было у них 180, вот просто понимать надо, на 60. Компания «Уют»
не сдала нам документы вообще. Да, вот мы даже не знаем, как она выпускает платежные документы. То есть они не имеют права, да, прислать? Нет, они, конечно, потому что существует, и сейчас третья компания, уже скажу, Жилкомсервис управления вообще не стала получать лицензию, а получила лицензию как альтернатива только в июле. Вот, и вот эти три компании постоянно выпускали у нас вторые платежные документы. На сегодняшний день проведено много совещаний. И последнее совещание было в жилищной инспекции, вот буквально, по-моему, в понедельник, или в прошлую пятницу было совещание. И все-таки пришли к заключению, к единому мнению, что существует по жилищному кодексу порядок. И он там прописан весь четко, что если жители проводят собрание и выбирают управляющую компанию, то это они выбирают способ управления. Дальше идет реализация способа управления. Это заключение договоров с собственниками. После того, как собственники заключили договор с управляющей компанией, 51%. Этот реестр сдается нам, жилищную инспекцию, кому-то на обозрение, принимаются эти документы, и можно начинать управлять домами. Вот ЕДС Щелково представили документы на 60 домов, альтернативы представила на 4 дома на сегодняшний день. Профсервис представил на 1 дом, сантехмонтаж на 5 домов. Вот. Больше, и Новый городок тоже они представили, по-моему, на 30 домов. То есть это все реально сделать. Это все должно быть сделано. И дальше вот и регион, продвижение регион, да, у нас представили тоже документы вот, последние. То есть, ну, как-то идут все потихонечку. И надо понимать, что мы никому не препятствуем. Если вот жители изъявили такое желание, хотя здесь тоже есть, как бы вот, если проверять протоколы, жилищные, кому-то подтвердило протоколы, кому-то не подтвердило, мы не имеем права проверять протоколы. Прислали и прислали. Мы считаем, что они законные. Вот. А когда договоры управления мы вообще не проверяем. Заключили, все, это воля собственников. Ну вот было у нас буквально в прошлую пятницу тоже сдала управляющая компания документы, договоры с собственниками. А в субботу пришла женщина и сказала, что вот почему вы повесили объявление, что мне, я не буду говорить, какая компания, управляет вот эта компания, когда мы ее не выбрали. Мы говорим, ну как же, вот вы заключили договоры, собственники, вот, пожалуйста, можно мне посмотреть реестр? Да, пожалуйста, посмотрите. И стоит ее квартира и ее подпись. Она говорит, как? Я же не заключала. Это не моя подпись. Да, да, да. В общем, написала заявление, Следственный комитет. То есть вот это тоже присутствует. Ну, какой-то то есть, элемент. Мошенничество, по сути дела. Получается мошенничество, да. Вот, и так она, как же вы могли? Но мы же не имеем права проверять подписи, но вообще такого права у нас нет. Принесли, да, мы считаем, что люди не преступники, да, по своей даже вот просто, ну, по своему рассуждению, они же все равно как бы хотят честно работать, ну, наверное. Вот, поэтому здесь тоже будут еще с каждым, если вот жители знают, что пришла управляющая компания и управляет домом без договора, или вот они знают, что не заключено. У нас реестр есть, собственников можно прийти посмотреть, ознакомиться. У нас есть еще один звонок, давайте выслушаем нашего зрителя. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Да-да. Добрый день. Наталья Викторовна, это опять микрорайон Солнечный, Заречный 5. В продолжении тем платежек, вот у нас управляющая компания ДСЖКХ, с самого начала дома, сдача. И вот у нас 2 месяца приходят интересные платежки. По идее, бухгалтерия та же, ничего не изменилось. И получилось, что большинство, да почти все жильцы оказались должны какие-то суммы. Вот у меня лично там 500 рублей задолженность, у кого-то больше. А что делается в бухгалтерии здесь, в микрорайоне, это надо видеть. Я даже звонила на горячую линию, потому что там был бунт, люди отказывались платить. Никто не объясняет на тему повышения. Вот женщина предварительно, которая звонила, говорит, у них там на сколько квадратных метров. У нас площадь дома оказалась на 7 тысяч квадратных метров больше. Еще там дополнительные цифры. Дальше платежки стоят, кубы на помывку подъездов. Подъезды у нас не моются уже вообще, наверное, полгода, это точно. Позвонила подруга в управляющую компанию, которая, кстати, уже третья сейчас появилась у нас, новая. Теперь вот последняя была химкинская, теперь московская, сказали. Там ответили, что какие-то деньги не платятся, поэтому убираться в подъездах уборщицам запретили, только двор. До этого говорили, что только до второго этажа. На вопрос подруги, а как, кто дальше мыть, сами жильцы. Интересный вопрос. Но деньги списываются, кубы списываются воды. Потом, следующий вопрос. Вот, на тему тарифов. У меня сын живет на площади, первый советский 5.
И у них тарифы тот же самый водоканал, те же самые стоки, как там называется он, Экосталкер. Совершенно разные тарифы на потребление. Вот как объяснить? Один и тот же, одна и та же администрация, которая утверждает одни и те же тарифы. Суммы разные. Это по поводу платежек. Следующий вопрос. Вот раньше, на предыдущем эфире, я звонила вам по поводу списания на общедомовые нужды электроэнергии. У нас очень, я считаю, завышенное количество. Вот в том же доме 25-м по пролетарскому, там, допустим, 5 киловатт в месяц. У нас в пределах 20 киловатт. Вы обещали разобраться с интернет-провайдерами. У нас их в доме около 4. Как они платят? На настоящее время, прошу почти год, я не получила информации. Но подозреваю, что мы платим, и они напрямую, скорее всего, с электросетью заключили. Плюс, поскольку это и счетчика на доме, платим мы, само собой, тоже. Важный платеж проходит. Вот так я ответа не услышала. Следующий вопрос. Вот по поводу раньше в ДСЖКХ утверждалось администрацией тарифы на оказание платных услуг населения. А сейчас сайты ДСЖКХ стали очень интересны. Какой не откроешь, домен закончен, там какая-то информация. Короче, открытости по работам, подсчетам за год нигде нет. И тарифов, какие услуги оказываются и сколько это стоит, тоже нет. Это вопрос касается установки, допустим, вот водомеров. Я хочу установить, но я хочу, чтобы установила управляющая компания, чтобы не было потом претензий по авариям. Но найти таких тарифов я нигде не могу. А платные везде услуги, пожалуйста, постоянно в ящик кидают. Это следующий вопрос. Спасибо. Давайте, спасибо большое за вопрос. Давайте, а то сейчас Наталья Викторовна не запуталась. Давайте сейчас если вот на какой-то вопрос вам не ответили, я приношу вам извинения. Оставьте, пожалуйста, свой телефон, кто у вас принимал звонок, для того, чтобы можно было с вами связаться. Значит, по поводу... По тарифам, по водоканалу, и действительно у нас водоканал один, и тариф для всех один, просто нужно видеть обязательно платежный документ, чтобы вы все-таки нам или принесли, или прислали по электронной почте, если вдруг вам приходит разный платеж. По квитанциям. У нас, значит, что происходит с РКЦ? Конечно, нам только извиняться вместе с РКЦ. Сейчас для того, чтобы перейти в областную программу РКЦ, нужно перенести всю базу данных, перенести в новую перейти программу. И вот когда происходит перенос вот этот, то есть физически 50% ошибок, и нужно все это вручную набивать. Все через это проходят, это вот... Ну, ужасный, очень тяжелый период и для жителей, и для сотрудников. Вот. И, в общем, прошлый месяц было 50% ошибок мы проверяли, а сейчас вот во второй месяц 30%. Вот надеемся, что уже третий месяц у нас пойдут без ошибок, потому что все перебивают. Конечно, тут по-другому только вручную вносить изменения, потому что вот когда переносится из программы в программу, то такие вот происходят... Несовпадение просто переносится вот так. По общедомовым нуждам. Здесь нужно смотреть, почему электроэнергия. Может быть, дом больше, подвал, чердак, может быть, где-то нет подвала. Я предполагаю, я так не могу сказать. Может быть, лифтов больше. То есть на что идут затраты по электроэнергии? Потом бывают такие дома, в которых горит свет в подъезде круглосуточно, потому что если его выключить, то тогда будет очень темно. В этом случае тоже расход по электроэнергии больше. По мытью подъездов. У нас же получается по нормативу положено мытье подъездов один раз в месяц весь подъезд, а так каждый день до второго этажа. Это действительно все положено, это должно все делаться. И если какие-то нарушения вот такие, то нужно, конечно, нужно разобраться. Я посмотрю, что у вас, какие были заявки. Обратитесь за перерасчетом, потому что если не сделать перерасчет, то есть экономически, чтобы было невыгодно плохо работать, хоть это муниципальное предприятие или частное, по-любому можно заставить работать только экономическим путем. Но адрес я запомнила, Заречная, 5. И телефон, пожалуйста, я прошу, оставьте. Спасибо, Наталья Викторовна. У нас уже подходит к концу первая половина нашей программы. Я предлагаю сейчас уйти на 3-минутный перерыв. А обращаюсь к зрителям, не переключайтесь, оставайтесь на Щелковском. Мы очень скоро вернемся.
Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что сегодня у меня в гостях заместитель руководителя администрации Щелковского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству Наталья Викторовна Черная. Еще раз добрый вечер. И напоминаю нашим зрителям, телефон прямого эфира, телефон нашей студии, даже два телефона. Вы можете звонить по номерам 496, это код города, 567-1440 и 567-1450 и задавать свои вопросы, связанные, естественно, с работой ЖКХ. Наталья Викторовна, я вот как раз возвращаюсь к событию конца минувшей недели. Очень много разговоров у нас в последнее время о взаимодействиях. Мы частично затронули эту тему в первой половине нашей программы, о взаимоотношениях управляющих компаний, особенно тех, которые вновь получили лицензии, и те, которые уже сошли с рынка. Было такое достаточно серьезное, большое мероприятие у нас в районе, круглый стол с участием представителей управляющих компаний. И я хочу, чтобы наши зрители услышали, какие вопросы там поднимались. Давайте посмотрим сюжет. На что можно потратить более 900 миллионов рублей? Построить школу, несколько детских садов, благоустроить десятки дворов? К сожалению, в нашем случае это деньги, которых попросту нет. Сумма, которую должны управляющие компании Щелковского района ресурсоснабжающим организациям, давно уже вышла за рамки разумного. Почти миллиард средств за последние годы недополучили газовщики, поставщики электричества и воды. Остро вопрос по решению данной проблемы поставили в рамках круглого стола с участием представителей органов местного самоуправления, управляющих компаний, общественной палаты района и представителей советов многоквартирных домов. Я прошу, чтобы у вас родилось понимание, что если мы не решим за этим круглым столом, как нам дальше жить правильно, то следующий долг, который будет сформатирован и сформирован за 15-16 год, не позволит жителям своевременно включить горячее водоснабжение после окончательного отопительного периода, а потом и отопление с начала отопительного периода. В этом году такой коллапс был близок как никогда. Котельная на улице Центральная была отключена от газа из-за долгов управляющей компании «Жилкомсервис управления», общая задолженность которой в данный момент составляет почти 70 миллионов рублей. Для пуска тепла понадобилось вмешательство прокуратуры и решение комиссии по чрезвычайным ситуациям. Отчасти помочь в кризисе с долгами должно было лицензирование управляющих компаний, которое прошло весной этого года. Та же «Жилкомсервис», не получив лицензии, ушла с рынка. Однако ее место быстро заняла другая управляющая компания с говорящим названием «Альтернатива». Вопрос о легитимности управляющих компаний, зашедших на рынок после процедуры лицензирования, решать госжилинспекции и правоохранительным органам. Однако, чтобы урегулировать кризисную ситуацию с долгами, необходимо предпринимать меры. Так, один из новых методов работы, рекомендованный правительством Московской области, это расщепление платежей посредством регионального единого расчетно-кассового центра. Некоторые жители также утверждали, что готовы заключать прямые договоры с ресурсниками. В любом случае, управляющие компании, как посредники в перечислении средств, явно себя не оправдали. Наталья Викторовна, откуда такие долги? Это все кто виноват? Жильцы не платят или управляющие компании? Часто не платят, много долгов у жителей, очень много долгов. Мы собираем комиссии по неплатежам, понимаем, что люди могут попасть в разные ситуации. Да? И когда долг 10 тысяч рублей, и когда 100 тысяч рублей, уже вот он накопился, и как его заплатить? Уже даже страшно приступать, да, к оплате вот этого долга. Мы собираем комиссии. Раз в месяц. И вы знаете, раньше много ходило народу, сейчас меньше и меньше. То есть как-то, хотя на самом деле предлагается, придите, напишите заявление на рассрочку платежа, да, оплачивайте с частями. То есть частично, да, можно заплатить, да, такую частично большую сумму? Можно заплатить. У нас участвуют банки, готовы предоставлять кредиты именно на оплату коммунальных платежей. То есть все равно же это надо платить, да, куда деваться. А сейчас мы, ну, у нас просто не получилось, предполагали, что проведем работу по ограничению водоотведения неплательщикам, у которых большие долги. Это затыкается вывод из канализационной трубы, и то есть это ограничивается водоотведение, то есть унитазом человек уже пользоваться не может.
не может ванна слить, допустим. Это совсем насколько так. Правомерно? Это правомерно, а как? Конечно, только нужно предупредить за время. Но вот у нас, поскольку произошел сбой в ЕРКЦ, мы, в общем-то, побоялись это сейчас делать, потому что возможны ошибки. И, ну, то есть человек является добросовестным плательщиком, а может быть, он не увидит объявление, да, он много работает, не увидит, и придет, и ему отключат вот это, да, и то есть, ну, нельзя так, нужно действительно подойти серьезно и уже четко понимать, кто не платит. Поэтому мы решили отложить еще на месяц, но после эта работа будет все равно возобновлена, и вот для того, чтобы, в общем, люди не страдали, те, кто платит. Потому что если вот из дома не платят 5 квартир, страдают-то остальные тоже. И то есть они платят за неплательщиков? Получается, да, конечно, конечно. Вот. Как и любую услугу, все должны оплачивать. Так нельзя. Вот. Поэтому такое решение было принято, и оно совершенно законное. И тут не надо никакого решения суда. Получил услугу, да, тем более это не месяц, да, не платеж, это там больше 4-5 месяцев. А у нас есть люди, которые не платят по 100 месяцев. У меня есть такая статистика, когда, представьте, 100 месяцев, это почти 10 лет. Люди уже они привыкли не платить. Вот, такое есть. И с ними ничего нельзя сделать? Ну, можно, конечно, выселять, нужно вести определенную работу. Но вот мы решили, что мы начнем сейчас вот с ограничения водоотведения. А дальше уже потихоньку будет видно, потому что судебный процесс это длинно, да, если все понимают, что если есть маленькие дети, если есть пожилые люди, то есть соцзащита там. Ну, то есть это растянется надолго вопрос, и просто, я говорю, привыкают не платить и все. Вот. И второе, из-за чего образовываются долги, это, конечно, нерасщепление платежей управляющими компаниями. Вот тоже МОСОБЛ РКЦ, из-за которого, куда вот мы сейчас заходим, вот у нас очень мало компаний, которые хотят идти на расщепление платежей. Хотя, оказывается, не свои деньги, да, не получаешь, все расщепилось. Да, заплатил человек за воду, за холодную, за горячую, да, и услуги управляющих компаний, чужих денег никто не берет. Но вот, тем не менее, не очень охотно идут управляющие компании. Ну, потому что деньги. Потому что, понимаете, что за эксплуатацию это средство, ну, примерно 40% от общего платежного документа. Вот. И получить деньги, да, попользоваться, отдать их там через месяц или через два, это хорошо. Вот. Или совсем не отдать. Вот, как мы говорим, жилкомсервис управления с таким долгом ушел, да? Вот. И этой же компании нет, она не работает. То есть там сколько-то 67 миллионов или 68, это просто даже задуматься страшно, какая-то цифра. Да? А это не получили, это недополучили премии, это недоделанные ремонты, правильно же? Это же ниоткуда возьмутся. Представьте, сколько можно сделать на эти деньги, отремонтировать и трассы. Вот мы говорим про тарифы, мы говорим про потери. Вот это там, это деньги как раз там. Потому что это потери. Ну, потому что можно было бы сделать изоляцию, можно было бы убрать. Ну, много что можно сделать, потому что муниципальные предприятия и ресурсоснабжающие не ограничены. В общем-то, они не могут забирать себе там какие-то ставить бешеные зарплаты, потому что они ограничены тарифом. У них четко расчет, сколько в тарифе зарплаты. Вот. Поэтому, а когда не за что вот это вот заплатить, я говорю, это страдает в основном капитальный ремонт. Вот. Поэтому такое принято решение правительством, и совершенно справедливо, потому что Москва, например, работает по единому платежному документу с одним ЕРКЦ, и никто не спорит по расщеплению. А у нас в каждой управляющей компании свои ЕРКЦ. Ну, а возможно такой вариант, вот как раз об этом говорилось, в сюжете о том, что многие жители готовы напрямую платить поставщикам ресурсов. А это возможно? Да, раньше так было, но вообще... Согласно жилищного кодекса нельзя. Но сейчас вынесен проект в Совет депутатов. Он прошел уже два слушания. Поэтому мы думаем, что с Нового года будет принято это решение, что можно расщеплять платеж и оплачивать напрямую. То есть это в квитанции уже будет это отдельная сумма. И там будет свой штрих-код. То есть по-любому она сразу будет расщепляться. И ЕРКЦ не получит этих денег. Они увидят только на бумаге, да, для того, чтобы формировать платежный документ, базу данных по платежам. Да, это же тоже должно быть в одном месте, понимать, как человек платил. Вот. И вот, допустим, если человек считает, что он недополучил услугу, ну, по управлению, да, и считает, что я вот не буду это оплачивать, да, и оплачу, сейчас вычеркну, и оплачу там не 5 тысяч, там, допустим, а 3,
Вот я считаю, что так вот надо. Платеж расщепится все равно равномерно при расщеплении. А здесь, когда будет свой штрих-код, этого не произойдет. У нас есть очередной звонок. Зритель хочет задать вопрос. Давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Да-да. Алло. Да, добрый слушаю вечер. Вас. Алло. Вас беспокоит Марина Николаевна, Тверская, 14. Такой вопрос. Дом у нас стоит 35 лет. И вот с сентября месяца он вдруг расширился на 800 метров по платежкам. Обращалась в бухгалтерию, они говорят, мы не имеем права вам что-то переделать в компьютере. Куда нам обратиться? Это первый вопрос. Это вопрос. Я записала, мы сейчас запишем адрес и проверим, откуда это взялось. И оставьте, пожалуйста, свой телефон. Так, а второй вопрос. Электроснабжение, вот по улице горит свет около дома, мы за него платим или нет? Он входит в наши платежки? Если это уличное освещение, это столбы освещения, то это входит в благоустройство, и мы это оплачиваем из бюджета, и в платежку не входит. Но есть такие дворы, где нет столбов уличного освещения, а вот мачт нет, вообще просто их нет. И тогда управляющие компании, ну, по согласованию жителей, вешают прожектора на подъезды для того, чтобы осветить. И вот в этом случае это идет ваши общедомовые нужды. Вот не знаю, к сожалению, как у вас обстоят дела во дворе, но вот здесь вот так. Это то, что идет на ваш счетчик, то идет за счет ваших средств. То, что идет уличное освещение, это из бюджета. Так, спасибо. Еще третий вопрос. Вот в этих платежках последних нам не написали льготы. Пришлось идти в соцзащиту. Соцзащита возмущается. Они, говорят, нам не скинули. Это в этот раз, говорят, мы всем заплатили. Но в следующий раз мы, говорят, делать этого не будем. Как нам предупредить? Вот на вашей платежке, я проверяла, есть объявление такое, там прям вот напечатано, что тем, кому не засчитали льготы в сентябре-октябре, будут перерасчет сделан в ноябре. Обязательно. Вот это все из-за этой новой программы, в которую переходили, ну, вынужденно, так сказать, добровольно-принудительно, получился вот этот сбой. И, конечно, мы всем приносим свои извинения. Но в ноябре будет все перерасчет полностью сделан. Выгрузка базы данных, соцзащиту произошла полностью. Ну, а сейчас как платить тогда? По той сумме, которая пришла в квитанции? Да, без да. льгот? Без то есть льгот, по повышенному они, да. тарифу? Можно так, а можно пойти пересчитать. Еще такой вопрос в продолжении темы управляющих компаний. Хочу задать, по каким критериям можно выбрать управляющую компанию? Ну, это, естественно, для тех жителей, которые еще имеют возможность это сделать. Эту возможность имеют все собственники, потому что это можно делать и менять управляющую компанию. Другое дело, что это сделать тяжело физически. Собрать людей, когда мы как жители, и мы с вами, наверное, тоже жители, не очень-то активны и не очень много времени проводим дома, чтобы нам попасть на собрание и за кого-то там проголосовать. Скорее всего, просто мы это не видим даже собрание. Ну вот я во всяком случае. Вот. Значит, чем нужно руководствоваться? Ну, конечно, если вы знаете эту управляющую компанию, может быть, она, вот мы, когда жители не провели собрание, мы проводим конкурс, так положено по закону, мы проверяем очень много документов. И основной документ, который мы смотрим, это баланс прошлого года. Потому что организация должна выйти на конкурс с положительным балансом. Нам не нужны организации, у которых нет за душой ни копейки, которые пришли обогатиться за счет средств населения. А те, которые работают нормально, у которых постоянно идет какая-то прибыль небольшая от другого бизнеса. Те, которые могут там вложиться и подождать. Да? То есть как бы люди, в любой бизнес нужно вкладываться. Правильно? Это же нельзя просто прийти собрать. Поэтому я рекомендую обращать внимание, если компания новая. Если она создана с нуля, вы понимаете, что денег у нее за душой нет никаких, у нее нет техники, ведь нужно же все равно закупить оборудование. Вот тот же авария произошла, да, тот же аппарат сварочный, да, все нужно вот это иметь, даже если на зарплату запас можно. Запас какой-то. Да, запас аварийный денег. Хотя бы запас. Я уже не говорю про плановый. Что сейчас наступает зима, тоже нужно и смесь покупать противогололедную. А сейчас вот идет
по компаниям, которые пошли по конкурсу и через ЕРКЦ, соответственно, идут, они не выпускают сами платежные документы, у них идет серьезная задержка на месяц точно в оплате, потому что ЕРКЦ, там, меняя, вводя новые данные, она задержала им платежные документы, и люди просто не оплачивают эти платежи, то есть они должны работать за счет денег, которые не зарабатывают где-то в другом месте. Это обязательно у них должно быть. Если компания пришла, просто так вот создались 2-3 человека, да, или если вы понимаете, что эта компания создана на базе такой компании, которая не очень хорошая история, люди же тоже все друг друга знают, но об этом надо хорошо подумать, не останетесь ли вы на следующий год без горячей воды. Ну, потом, конечно, включат, но во всяком случае какие-то определенные такие моменты могут быть. Поэтому вот финансовое – это самое главное, потому что, да, может быть, с вами там вежливо разговаривают и улыбаются, тем не менее, деньги вот будут потрачены не туда. Вот. Когда выборы проводят, тоже я рекомендую все-таки, чтобы заключали люди договоры и в договоре писали. Либо чтобы это было расщепление по ресурсникам, обязательно в договоре прописывать, либо через ЕРКЦ. Тогда, по крайней мере, все будут спокойны, что это действительно деньги пошли туда, куда надо. Я напоминаю нашим зрителям телефон прямого эфира нашей студии 496-567-1440, 567-1450. Звоните и задавайте вопросы моей сегодняшней гости, заместителю руководителя администрации Щелковского района по жилищно-коммунальному хозяйству Наталье Черной. Наталья Викторовна, я предлагаю посмотреть еще один сюжет, опять же, о наболевшем, о том, как можно приструнить некоторые не особо честные управляющие компании. Давайте посмотрим. На повестке дня Совета депутатов Щелковского района вопрос о работе двух конфликтующих управляющих компаний «Столица Альтернатива». Ранее мы рассказывали о непростых взаимоотношениях организаций и о том, какими способами компании пытаются доказать свою правоту. Народные избранники заслушали представителей администрации и прокуратуры и выразили крайнее недовольство тем, что на территории района работают организации, которые решают спорные вопросы незаконными методами. Виновников определят соответствующие органы, но у депутатов были вопросы относительно того, почему такая ситуация вообще могла возникнуть. Администрация, значит, Щелковского района, мы сейчас, значит, готовим исковые заявления, мы подаем в суды, мы работаем над тем, чтобы вся эта ситуация вошла в законное русло. Что результаты конкурса, что результаты общих собраний, решения общих собраний, они обжалуются исключительно в судебной процедуре. Никакими административными мерами они не обжалуются. Единственное, что здесь есть такая форма, ГЖИ дает оценку процедуре проведения общего собрания. Но отменить решение общего собрания в состоянии признать недействительным только суд. Наталья Викторовна, много таких исков в адрес нарушителей? У нас сейчас 16, в суде 16 исков готовится еще по непризнанию. Ну, в общем, даже не по нашей инициативе, а потому что обращаются собственники о неправомощности проведения собраний. Вот, и этот процесс-то постоянный. Вот, потому что, ну, как сказать, как мы тоже собственники, но так, чтобы если жители выбрали, я вот опять же говорю, мы не будем никогда против, пожалуйста, пусть управляет та компания, которую выбрали собственники. Вот, здесь, как вот я уже и говорила, у нас получается на один дом, вот у нас есть такие дома, по 3 протокола собраний. 3 разных компании представляют нам. Почему мы просим? Принесите договоры с собственниками. Уже если у вас есть 51%, то есть люди готовы вам оплачивать, потому что по-другому уже разобраться невозможно. И вот, кстати, понедельник 23, где вот это вот показали сюжет, да, вы показывали по телевизору, там получается, у нас прошел конкурс и победила компания, выиграла «Столица». Вот, а компания «Альтернатива» предполагала, что они имеют право, потому что какие-то там, ну, у них есть какие-то документы. Вот до сегодняшнего дня, на неделю, на 23, «Альтернатива» не представила документы. Поэтому у нас действуют результаты конкурса вот в этом случае. Либо мы ждем документы от «Альтернативы». Никакого другого решения. А уже дальше, скорее всего, «Столица» будет подавать в суд, потому что отменить конкурс мы не можем. Ну, дальше пойдут какие-то правовые процедуры. Потому что здесь администрация действовала в правовом поле. Нет управляющей компании. Сами, ну, назначили МДС временно все равно. У нас единственный способ – это конкурс.
Ну вот прояснить еще ситуацию, как вы сказали, что даже на один дом могут быть три управляющих компании. Да, протоколы три, но договор это все равно одна компания принесет. Уже, по крайней мере, если даже договоры разные принесут, такого нет. Такого нет, договор несет пока одной. Ну а как заключить такой договор? Управляющая компания, как управляющая компания, которую жители выбрали, они же проголосовали, да, они все расписались за управляющую компанию, они получили проект договора и подписали его. И у управляющей компании есть реестр собственников, которые подписали эти договоры. И реестр они нам сдают. Мы даже, собственно, не сам договор-то просим. Вот. А мы просим реестр, чтобы он у нас был. Вот 51% квартиры просто считаем. Вот. Ну, проверяем, так бывает, выборочно проверим, муниципально, не муниципально, чтобы уже вот этого не было. Вот. А так, верим. Ну, мы уже поговорили о таком самом наболевшем, конечно, я имею в виду, плата за услуги и сколько копий вокруг этого сломано. Хотелось бы услышать о перспективах, о том, мы не только платим за то, что есть, но и, как говорится, ждем то, что будет еще у нас лучше. Я имею в виду, конечно, благоустройство нашего города, нашего района. Ну, за благоустройство города-то мы не платим. У нас ну, же вот, конечно, да. Я говорю, что новые отвечаете, да, поэтому хотелось бы услышать, что нас ждет. На самом деле, очень активно вот в этом году депутаты, да, много просят благоустройства. Идут, ну, жители как раз тоже формируют общественное мнение, да, где важнее благоустройство, именно как если вот брать детские площадки. Хотя сейчас даже депутаты многие склоняются к тому, что вот сделали площадь, а сразу появилось такое вот место большое для отдыха и праздник новогодний. И красиво, там будет, конечно. Красиво, да. Вот. И в то же время, да, можно было сделать вместо площади, там, скажем, 10 детских площадок или 8. Вот. Но это получилось для всех, да, не такие маленькие. Поэтому сейчас тоже депутаты говорят, что нужно сейчас выделять деньги дополнительные на благоустройство, как я и говорила, на содержание. Вот. Может быть, нам нужно делать больше каких-то, объединять дворовые территории, делать детскую площадку для маленьких детей, для среднего возраста. Здесь же и спортивную площадку можно сделать, и воркауты можно сделать. Все в одном месте. То есть, да? Все в одном месте, да, да, да. И как-то больше бы освободилось, возможно, место для парковки, да, потому что, конечно, плохо, когда люди паркуются на газонах. Но ведь мы же понимаем, нет хорошей жизни, они это делают, просто нет парковочных мест. И если у нас в каждой семье или там даже в каждой второй семье машина, это же точно столько есть, то это же тоже интересы жителей. И так, если люди работают целыми днями, и вот некогда им ходить на площадку, на детскую или на лавочке сидеть, это же не значит, что у них не должно быть никаких условий. Поэтому они тоже, в общем-то, предлагают делать парковочные места. А если мы везде сделаем детские площадки и клумбы, то, естественно, некуда будет ставить машины, и все газоны у нас будут заезжены. То есть нужно тут максимально учитывать интересы жителей. Поэтому мы будем стараться, и вот мы отдали списки, у нас тоже много пожеланий жителей, мы сформировали такие как бы хотелки, да, как мы говорим, отправили совет депутатов, чтобы депутаты посмотрели, ну, как, вот где готовы, и уже проект благоустройства согласовывать все-таки тоже с большинством жителей, может быть, не совсем собственников, да, потому что здесь все-таки интересы всех учитываются, как бы хотели люди видеть, вот какую площадку, хотя тоже получается, даже вот когда согласуешь, есть недовольные, все равно вот будет плохо. Но так бывает всегда. Все-таки большинство тут в этом случае, мне кажется, это нормальное решение. Будем надеяться, что наш город с каждым днем, с каждым месяцем будет все красивее и красивее, в том числе и за счет работы комплекса жилищно-коммунального хозяйства. Спасибо, Наталья Викторовна, что нашли время прийти к нам в студию. Спасибо за ответы на вопросы. Я напоминаю нашим зрителям, что у меня сегодня в гостях была заместитель руководителя администрации Щелковского муниципального района по вопросам ЖКХ Наталья Черная. Спасибо еще раз. Спасибо. Всем до свидания. Всего доброго. Оставайтесь на Щелковском. До встречи в следующий вторник. Счастливо. Пока.